после избиения на митинге у Труханова, ветераны войны, которые охраняли лагерь. И как только мы ушли, пошел напад с двух сторон беркутни. Забрали щиты, забрали амуницию. Сейчас проверяем, сколько людей на месте. Нам сейчас главное, чтобы не было толкучки, и решить, как дальше обезопасить хлопцев. Посмотри, сколько людей пришло, потому что, я так понял, позвали на помощь, ожидали, что придет человек 500, а прошли почти половина. Наша главная задача на 5 ближайших минут, чтобы все зашли, не было толкучки. Через 5 хвилин дальше... Семен, возьмите лук. Выбачьте. Раз, раз. Так, чего ты? Добро, еще раз. Когда отсюда с утра пошла колонна хлопцев-добровольцев к вам, в парк Шевченко, осталось 15 человек здесь. Не надо было ходить, давайте каждый будет решать, где ему защищать Украину. Хлопцев четвертый месяц штурмуют здесь. И им, конечно, хочется быть вместе с народом. Так вот, пошел напад с двух сторон. Пошли те беркута, которые 2 дня назад избивали ветеранов под судом у Труханова. И сейчас забрали амуницию, щиты. Хлопцы проверяют, сколько осталось людей, все ли целы. После того, когда запросили сюда людей на подмогу, хлопцы ожидали, что придет человек 500. Но пришло дуже богато. Нам нужно сейчас 5-7 хвилин взять паузу, чтобы все зашли, чтобы не было толкучки, чтобы мы проверили все на месте. Потому что я пришел вместе с вами, но вижу, что совсем другая ситуация. 5-7 хвилин, просьба, не толкаться. Давайте заходим на площадь. Сейчас разберут заграждение. Что касается беркутни. Когда мы уже спустились на Европейскую площадь, хлопцы, которые были здесь, начали рассказывать. Сначала убрали нас, гвардейцев, вон они сзади стоят, все красные автобусы. Потом убрали беркута, и осталось вот эти люди. Постоянно нам говорят, что они уважают мирную акцию, но они постоянно пытаются похитить кого-то. У нас в Мариуполе сейчас 3 человека находятся под арестом. Вчера 3 человек удалось вытащить. И айдаровцев, и донбассовцев. И прежде всего, хлопцы просили передать, что они дуже вдячны, что сейчас вы пришли им на допомогу. Нам нужно 5-7 хвилин, чтобы избежать давки, чтобы все зашли. Дальше сейчас наладим связь с людьми на митинге и решим, что дальше делать. Дякую еще раз. Слава Украине! 5-7 хвилин, чтобы все зашли. Просьба, это время помочь женщинам зайти, чтобы не было толкучки. Нам нужно время разобраться. Дякую. Мультимады нашу вернули амуницию. Сейчас потравят газ. Боже, туда пройдешь, до Беркутни. Туда, до них. Давай, режим, и веди нас туда. Для тих, хто питає, що ж нам це містечком, поки все нормально. Хлопці захистили його від нападу бандитів. Зараз дізнаємося, яка ситуація і стоїть тоді. Чи всі хлопці є на місці? Поки чекаємо на нову інформацію. Yeah.